Хорошо, мы приветствуем Эльвиру и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она кивает. Хорошо. И мы, я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Эльвиры, пространство над головой, под ногами, и становится ее заложником. Один, два, три. У нее без. Поехали. Без. Инсектоиды два инсектоида. Да. Красный дракон, и у нее на голове большая черная лярва. Три канала у нас, да? Или четыре? Да, канала три. Три, хорошо. Считай цифры над головой красного дракона. 608. 608. И у беса считай? 7. 7. Так, я вижу. Хорошо. Так. Объявляя программу, вы обнаружены. Сейчас проходит чистка Эльвиры. Мы здесь находимся законно по ее воле и излиянию. Вы находитесь здесь незаконно. Поэтому сейчас найдет, начнется процесс реверса энергии. Мы отдадим вам все темное, что вы ей дали. Заберем у вас все светлое. После этого каждый из вас выйдет и снимет, что он оставил в этом биополе. И доложит о готовности к проверке. После проверки тех, кто ее пройдут, первый раз после того, когда они клятвенно пообещают, что они больше никогда не войдут в это тело, так как человек сейчас произнесет манифест, вот, и мы будем проверять это тело, то он уйдет на свою чистоту. Второй вот раз... Секунду, подожди, вот эта лярва, которая у нее на голове, это не лярва, это магнит, и он э, торгает канал, там будет канал... Отлично. И я даю команду, значит, три этот... Э его в клетку. Это подключка над, голов на голове. Сила моего намерения уходит в клетку. Один, два, три. Тяжелый какой. В клетке? Да. И значит, три я выстраиваю канал к ответственному. Один, два, три. И притягиваю всех ответственных по ДНК, где бы они находились, в клетку тюрьму. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Рэй притянулись. Грей. По Грей, да. И от Грея выстраивается канал к другим ответственным, и я их притягиваю в эту клетку тюрьму. Все, кто связаны по цепочке, притягиваются в клетку тюрьму. Один, два, три. Да, будет так. Рептилоид притянулся. Так, и рептилоид получает удар 100 тысяч герц. Один, два, три. И Грея получает каждый удар по 100 тысяч герц за то, что они не вышли сразу, а устраивали мне здесь спектакль. Значит, рептилоиды ты ранил, а Грея они выставляют защиту какую-то. Влад, сожги их защиту. Один, два, три. Не думают, что они могут улететь еще спокойно. Да. И вот эта тарелка, которая у них в клетке, она сейчас выходит за пределы этой комнаты. Один, два, три. Зависает в воздухе. Они роботы оба. И от этих роботов выстраиваются каналы к ответственным. Один, два, три. И они и все ответственные притягиваются в эту клетку тюрьму. Один, два, три. По цепочке. Все сюда. Все, кто подключены к Греем, притягивается сюда. Все, кто подключены к рептилоиду, притягивается сюда. От рептилоида выстраивается канал. Притягивает всех. А у нас еще один рептилоид в белом халате. О, -о, -о отлично, отлично. Два рептилоида, да? Он управляет этими Кем? Грэмми. Отлично, хорошо. Управитель Грэмми. И этот пульт, который а у, у него... И этот пульт, который у него в руках, есть у него, да? Да. Он выходит из-за клетку. Один, два, три. И этому лаборанту получает удар. 100 тысяч герц удар. Открывается портал под этот пульт, и пульт улетает в галактическое ядро. Один, два, три. Закрывая, печатай, растворяй. Отлично. Так, значит, у нас эти два Грея, которые это две голограммы, да? Но это роботы. Роботы. Открывается внизу портал. Ставим маячок зеленый-красный, если роботы красные, если а органическое зеленый. Один, два, три. Какого цвета? Красный. красный. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Они улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. 100. Значит, у нас два рептилоида. Хорошо. Считай цифры над головой у не у лаборанта. 123. И у лаборанта? 72. Хорошо. Хорошо. Рептилоиды, вы сегодня будете уничтожены за этот спектакль. Это не Вам? спектакль, это проверка. Чья проверка? Чья проверка? Наша. Кого вы проверяли? Рептилоиды. О, а сегодня а, я бы... Проверяли... Да. Новые... Новые технологии, новый это... прибор. Это кто говорит? Это главный говорит. Главный, хорошо. А как он смотрит, чтобы я ему сейчас на голову этот магнит одел и включил на полную мощность? Я хочу проверить, как она на рептилоидах работает. Это моя новая разработка. Я он не слышу. Говорит, ты не понял. Мы проверяли, будет ли он виден, будет ли нас видно или нет. Ну, вот я хочу проверить на вас этот магнит будет ли виден, будет, увидите ли вы меня после того, когда он начнет тебя таким, такую энергию шарахать, тебе мало не покажется. Если я увидел магнит над твоей головой, как я могу тебя не увидеть? Вы что там вообще уже поехали в своем мире рептилоиды? Сколько вы находились в этом биополе? Семь месяцев. За что? Какую энергию вы у него отсасывали? Я все равно узнаю. Говорите сразу правду. Он говорит, что это просто было, ну, как поле для эксперимента. Хорошо, я понимаю. Отлично. Для эксперимента я себя буду проводить реверс энергии. Если я замечу, что хоть микрон энергии пойдет к вам назад или от вас его чистая энергия. Мы тогда поговорим по-новому. Он говорит, что, конечно, мы работали на а, ее энергии. А, вот как, ты посмотри, вот как. Ну, это я посмотрю, за сколько вы за 7 месяцев у нее этой энергии нажрались. Это и была наша цель. Слушай, рептилоид, ну давай серьезно. Ну ты, ты что, не знаешь нас? Ты не знаешь в наших мирах, в своих мирах о нас? Ты что, не знал, что вы на чистку попадете? Вы хотели проверить нас, а не ее. Мы хотели проверить новые технологии, я же это их сказал. На ком ты не сказал, ты хотел проверить технологии? На вас. Вот. <звы> На нас. Я это уже воспринимаю как личное. Он щурится. Щурится? А чего он щурится? Он не хочет это говорить. Хорошо, давай я вам покажу что-то другое, чтобы ему захотелось говорить. И в моих руках появляется красивый большой шар энергии отмана. Один, два, три. Загорается. А сейчас он хочет говорить? Он закрывается. Уберет, или, говорит. или тебе в глотку это засунуть, чтобы тебе желание возникло со мной разговаривать? Он говорит, что он рассказывает. Убираю назад. Энергия отмана входит в меня. Все твои вопросы были отвечены еще не были. Но я к ним еще вернусь. Переходим к красному дракону. Как долго ты находишься в этом биополе? Четыре года. Четыре года. Хорошо. Два инзиктоида. Как долго вы находитесь в этом биополе? Семь лет. Семь лет. Значит, у вас там и инкубатор, и дети. Все есть. Понятно. И человек вес поднял наверняка из-за того, что вам нужно было место для инкубатора, не правда? Да, в животе. Хорошо. Без как долго ты сидел в этом биополе? Говоришь, что я вообще ни при чем. Я захожу и выхожу два года. В смысле, ты ни при чем? Ты заходишь и выходишь. Если я сейчас замечу, что тебе хоть грамм, хоть один микрон Энергии пойдет от, от, вернее, к тебе от нее и от тебя к ней. Я тебе напомню за эти слова. И ты сейчас увидишь, что... Видел, что я с рептилоидами делаю, и ты, ты не знаешь... Энергия что я... питаюсь. Энергия питаюсь. А кому ты врешь сейчас? Это тебе последнее... Живу не в ней. Где ты живешь? Живу в коте. В коте ты живешь. Больше понятны мне его вибрации. Ну а что ж ты с кота... Не пере... захожу иногда. Ну вот ты уже зашел навсегда к ней, потому что я тебя уже никуда, ни в квартиру не пущу, ни к ней не пущу. Я вот сейчас думаю, куда тебя скидывать? Все заберу. Да я и без тебя все заберу, ты что думаешь? Я не вижу, что ты там на... навесил на нее. Так, поехали дальше. Сколько Оставь ты... меня в коте, я не приду к ней. Да никуда я тебя в коте не оставлю, это, семи... это член семьи. Ты сдурел или что? Мне легче тебя уничтожить, чем тебя вернуть к коту. Я тебя никогда к коту не верну. И запомни, бес, и если тебе сегодня удастся живым выйти из этой истории, и я тебя второй раз встречу, то вторая встреча наша начнется с мгновенного сжигания тебя в этой клетке. Если, ты, понял, не поним... если ты, ты не понимаешь серьезность этой ситуации. У нас демоны на коленях стоят и молят о пощаде, чтобы мы их не уничтожали. Я и тут, понял, ты, понял, и тут ты приходишь, мне условия ставишь. Все, все замерли на месте, начинается процедура реверса. И я даю команду тонкой копии. Эльвиры спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативные патогенные, низкие энергии в ее биопуле. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению Кельвире, энергия страха, энергия всех болезней, энергия неуверенности, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз до последнего микрона. Описывай, Вера, кому что идет и сколько. Ну, такие красно-грязные идет, плотные ко всем идут. Красная, грязная, к лесу идет. Тоже желтая грязь идет к тектоидам, Дракон темно-синяя такая грязь. А вот к этим рептилоидам? рептилоидам к ним два канала, но они расходятся из одной точки. Так, лаборант. Я смотрю, ты меня обманул. И к нему идут, знаешь, какие-то металлические такие, как картуч, что-то. Да, а лаборант. или зелень идут к, к этому старшему. Я думаю, один из вас никуда сегодня уже не уйдет. Я найду этого садиста, и, по-моему, я знаю, кто это уже. Рептилоиды. И они это... говорят, что это все Греи. А где грей? Где они? Которых мы уничтожили. Кто это сказал? Лаборант. Лаборант, ты хочешь мне сказать, что роботы принимают самостоятельные решения, куда идти? Вот за эту ложь я тебе даю 150 тысяч герц удар. Удар. У нас были такие придурки, которые... Он грей... говорит, что ты рассек мою плоть. Фактически это Грей делали. Я Кто... просто управлял. Кто программировал Греев? Кто дал Греем команду? Кто дал роботу команду? Я. И... Все. Ты что, меня за идиота считаешь? Я тебя сейчас рассеку на три части. Еще одна попытка меня обмануть, лаборант, и ты никуда вообще не уйдешь. Тебе это понятно сейчас? Да, понятно. Стой, Он молча. вытянул как руку. И что? Дышать ему что-то трудно. Ну, как рукой просто защищается. Я, не, нап... Я не нападаю на него. Хорошо. Так. Да Второ... Закончился. Хорошо. Да. Реп... Рептилоид второй, который там стоит. Меня слышит? Да. Дай ему свои живительные энергии своему товарищу, я не буду больше воздействовать на вас, хватит сегодня. У вас есть своя энергия, дай ему энергию, помоги ему. Он говорит, обойдется, я сам раненый. Ну, тоже верно. Хорошо. Все, поехали дальше. Так, реверс закончился. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса. Эльвира забирает чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошли все божественные чистые энергии. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последнего капли, до последнего микрона, возвращает Эльвира себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошли энергии чистые. Усиливаем мощность в 50 раз до последнего микрона. Все назад. Красная от беса, желтая, оранжевая от арахноидов идет. Драконы зеленая, голубая. И от рептилоидов идет синяя Они все чакры разобрали. В тех телах. Так, это уже называется... Родянич. Это уже называется организованная преступная группировка. У вас даже план был, поэтому сегодня я вижу ни для кого из вас не закончится история хорошо, пока нет оснований. Готово. Так, подожди, мы еще семь лет сидел, в линзе Кто это? Красный дракон. Сколько ты сидел? четыре 4. 4 года. И без сколько ты сидел? А туда-сюда ходил. Да ты мне уже говорил туда-сюда, и в коте сидел, а тебе видел, какие у тебя потоки шли, а? Остановил да, на ней, потому что носки он на нее одел, и поэтому он притянулся. Не поэтому он притянулся. Он пошел к ней, одел носки и притянулся. Вот так это называется. И не поэтому притянулся, а именно притянулся. Потому что он одел носки. Вот это ключевое дело слово. Ты да. сделал первое свое дело. Поэтому не пытайся мне еще раз здесь врать без. Мне это начинает уже надоедать. Я так и хотел сказать. Я даю команду. Один рептилоид выходит, вытаскивает все, что он оставил, до последней ниточки. Ага. Uh -huh. В общем, у нее, у нее в голове какое-то как вот из этой плазмы ртути устройство, которое магнитилось как раз к этому магниту. Вернее, магнит к нему магнитился на голове. Крепление. Интересно, закрепится у этого лаборанта сегодня на голове это? Надо будет проверить. Шее. Затылок шеи снял. Хорошо. Так, обращаясь к красному дракону, выходит, снимает все, что он оставил. А пластины тоже в цели. Понятно. Он... Что еще у него? Шея, на шее что-то. Снял все. Хорошо. Обращаясь к инзектоидам, выходите, вытаскивайте свой инкубатор. Всю жидкость отсазывайте, чтобы никаких не было микронов, ничего. Вывезли они. Все вывезли. Хорошо. Так, Бес выходишь, вытаскиваешь все, что ты оставил, и возвращаешься в клетку. Бес гольфы снимает. Он говорит, что из рук он снимает перчатки. Он говорит, что у нее не всегда были вибрации понижены. Через свои носки он мог заходить, как дверь для него. А какую боль причиняли эти носки? Это же не только тебе двери открывала, твоя подключка. Ты же нее еще раздражал ее. У тебя в квартире там одеялка не осталась случайно? Одеялка нет, у него какие-то штуки разбросаны, как мячики. И, значит, три открывается портал в квартиру Эльвиры против по часовой стрелке 1, 2, 3. И все на чистоте черта, все, что он там раскидал, притягивается в его клетку, значит, 3, 1, 2, 3. Да, будет так. Все, до последнего микрона, все, что на энергетике черта находится, все летит в клетку. Там у кота что-то есть еще? Что с котом делать? И на, значит, три, все, что сейчас установлено на чистоте с БЕСа, в коте выходит безболезненно из его биополя кота и по этому каналу устремляется назад к, чер... к БЕСу на его чистоте. Один, два, три. Ты так умеешь. Какой-то крутой. Ты у него все забрал. закрывая портал, воронку закрывая Хорошо, все так. Поехали дальше. без заб... за... Ты все забрал, без? Говорит, все. Ставлю маячок зеленый, красный. Если без врет красный, если говорит правду, зеленый. Один, два, три. Какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо, без. Повезло тебе. Поехали дальше. Все-все убрали. Сейчас проходит рассинхронизация энергии. И я даю команду. Насчет 3 начинается рассинхронизация. До числового значения 100%. Эльвира забирает у них у всех 100% своих энергий. 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация. Пошли потоки энергии. Каждый забирает свое. Готово. Хорошо. Так, рассинхронизация закончилась. Теперь подхожу к Эльвире, кладу руки на плечи и своим собственной энергией сжигаю все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И все каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю и растворяю. Готово. Хорошо. Так, мы закончили чистку. Мы произошли. Теперь даем делаем проверку. Я даю команду сканер. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел. Эльвиры по новой. Точно такая же процедура находит все. Если что-то осталось мелкое на нано уровне или какая-то жидкость, моментально она уничтожается сканером. Если что-то крупное, моментально загорается ярко -кла красный маячок. Один, два, три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Эльвиры. Находит все. Селеный. Хорошо, значит, все выполнили свои обещания. Все уйдут сегодня на свою чистоту. Первый раз. Так, я обращаюсь ко всем присутствующим. Перед тем, как вы, я вас отпущу, вы мне пообещаете, что вы больше никогда в это биополе не придете. От дракона я ожидаю. Драку, э, слово дракона красного. От беса жду. Уверений также от инзиктоидов и рептилоидов. Если я их второй раз в этом теле найду, я их накажу. Они это понимают? Да, понимает без говорит, что он не враг сам себе. Согласен, звучит. И вернется он больше. Хорошо, без есть там еще лярвы на теле? На спине, шея, шейные позвонки. Хорошо, ты, наверное, испугался и забыл попросить меня, хочешь, можешь ли ты забрать эти лярвы? Что, можно? Бери. Только все забираю. Голова уходит такая длинная. Стоп. Отлично. Хорошо. Так, все, без ты получил все, что ты хотел. Ты готов уходить? Я готов. Хорошо. Открывается внизу портал на чистоте без. Один, два, три. И без забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяясь, ставлю огненную пентаграмму. Стоп. Хорошо, инзиктоиды, вы все поняли, в это тело больше табу заходить. Вам понятно, да? Да, да, понятно. понятно. Открывается наверху портал на частоте инзиктоидов против часовой стрелки 1, 2, 3. И инзиктоиды уходят на свою частоту, забывая дорогу назад. Я знал, что инсектоидов крылья есть, оказывается. У... Ну, конечно, есть у них крылья. А ты не видела? Нет. Вот эти же у них там 6 лапок, да? Или этих 4 было? Шей а тоже. у них было 6 или 8, они полетели уже. Ну хорошо. Помах, помашем им рукой. Закрывай опечатать, растворяй. Готово. Хорошо. Так, красный дракон. Даю драконе слово. Не вернусь. Хорошо, принял. Сюда больше. Хорошо. Вера. Я его не уменьшал, нет? Его вернул, по-моему. Сейчас нет. посмотри. Посмотри. Дракон уменьшал. ты А? его вообще уменьшал? Вот я, честно говоря, с этими всеми товарищами забыл. За дракон я на тебя не воздействовал? Нет, я не воздействовал, я такой ему печать показал. Я тебя не уменьшал, нет? Я в порядке, он говорит. Хорошо, все, я хотел просто убедиться перед тем, как я тебя отпущу. Все, открывается наверху портал на чистоте красного дракона против часовой стрелки 1, 2, 3, и он уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Здорово. Хорошо, так, вот это что там рептилоиды принесли под этими утенсилиями, этими артефактами. Открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И все вот это, что они принесли, установили на голове, все улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Короче, рептилоиды, в этом биополе я вас больше никогда не вижу. Если я еще раз услышу слово «эксперименты над нами», Хотя я логики не понимаю. Вы 7 месяцев назад пришли. Что вы хотели проверять на нас? Не, они делали свою работу. Потом установили. Потом установили для чего? Для того, чтобы нас проверить? Магнит, чтобы нас проверить и обмануть. Понятно. В общем, я объявляю ваш эксперимент неудачным. Проваленный. Все... Проваленный. Все понятно, рептилоиды? Да. Все, в этом биополе я вас больше не вижу. Еще раз, будете обманывать, мимикрировать, так и передай своим. Если и вы уже находитесь в моей клетке или в моей комнате диагностики и мимикрируете или не проявляетесь, показывая мне голограммы через роботов, то я вам скажу сразу, у меня начинается на вас злость. И когда я злой, я буду применять оружие. Поэтому не злите меня, и я не буду применять оружие. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал на чистоте рептилоида. А у обоих 1, 2, 3. И они уходят на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяя. О. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи. Вытесняем всю чужеродную энергию от всех интерферентов, которые находились в этой комнате. Остается только энергия твоя, моя и Эльвиры. Есть. Все, поехали по частотам. Да, есть. Хорошо. Мы закончили чистку. У нас еще. Остались вопросы куратору Эльвиры. Сейчас будем вызывать куратора. я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в нашу комнату диагностики куратора или учителя 1978 года. Один, два, три. Это женщина. Снимаются все маски и голограммы. Мы приветствуем куратора или учителя Эльвиры. Представьтесь, пожалуйста. Зельда. Как? Зельда. Зельда. Приветствую вас, Зельда. Вы куратор или учитель? Эльвира? Учитель. Учитель, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашей подопечной и убрали из нее сущности, которые там очень долго сидели, и все подключки заправили энергиями. Она чистенькая сейчас, наполнена энергиями. И вот она изъявила желание задать своему учителю или куратору 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Во-первых, я благодарю вас за чистку моей девочки. А во-вторых, я благодарю Эльвиру за то, что она здесь. Я хочу представиться. Я Зельда, твой учитель. Пришла пора нам познакомиться. Безусловно, мы очень рады этой встрече. Хорошо, тогда я начинаю с первого вопроса. Начинаем с первого вопроса. Как зовут моего куратора и какими техниками мне лучше пользоваться для связи с ним? Я не сказала. Имя я уже сказала. Конечно. Техники просты. Самое главное это помнить, что я всегда рядом и отвечаю на твои вопросы. А также направляю тебя как могу. Призови меня. Попытайся услышать. Я еще от себя добавлю, если вы позволите, уважаемая Зельда. Мы встречались уже с несколькими сотнями кураторами и были очень многие советы в этом отношении. И были такие советы, как сделать, когда погрузившись в это состояние легкого транса, сделать запрос. И первый ответ, который ты услышишь, это буду я. Не анализируй и принимай всю информацию, как есть. Это правильно. Но это требует тренировок. Безусловно. Из ничего ничего не бывает. Есть такая пословица в Германии, Зельда. У вас очень красивое имя. Это немецкое имя, если можно спросить. Если бы вы меня поняли, если бы вы меня видели, то поняли бы, что Норвегия. Норвегия. Норвежские. Одна из самых красивых стран в мире. Такой красоты, как природы, как в Норвегии. Норвежские королевские палаты. общем, Норвеж... у нее платье такое, как Непского, ну, французские больше. Ну, чтобы понятнее было, как, как королевские платья были вот такие. Я, я в вижу. Стороны, не, 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 ну вот большие юбки только в стороны, в две стороны. Но это 1700, 1700 какой-то год. Красивая, но только обшита с какими-то зелеными камнями. У нее сережки красивые и Очень красиво, Зельда. Благодарю. Благодарю вас за эту демонстрацию. Хорошо, если вы позволите, я перехожу тогда ко второму ответу. Э, ко второму вопросу. Хорошо, тебя. откуда моя душа родом? С нашей Земли или с какой-нибудь другой планеты? сама это, моя... это знаешь. Она хочет убедиться. Не, не, так. Ты и сама знаешь, что ты не земная. А космическая душа получается, да? Космическая душа. А откуда? С какого созвездия, если можно уточнить? БК. Созвездие БК. Очень интересно. Хорошо, с, с этого созвездия у нас еще никого не было. В основном в созвездие Лебеля попадается часто. Благодарю вас, уважаемая Зельда. Если вы закончили, я могу переходить к третьему вопросу. Его еще называют созвездие Вала. Вала. Это созвездие Буйвола. Вала. Ва быка. Вала. Вала. Я, нет, называют по-разному. По Понятно. Но это в нашем понятии, по-моему, телец. Созвездие тельца. Хорошо. Правильно. Так <связь> тоже называют. <связь> Хорошо. Благодарю вас, уважаемая Зельда. Третий вопрос. Какая наиболее интересная и значимая для общества жизнь у меня была на Земле? Или, может, лучше расскажите о ее последней жизни, как вы считаете нужным? Финляндия. Какие года? Кем была? Какая жизнь была? 1718. Вот. 1718. Я не знаю, почему Зельда, но эту цифру я считал тоже, когда вы о своем платье рассказывали. Вы случайно не жили в эти времена на Земле, потому что вы знакомы с ней из прошлых жизней? Да, мы встречались. Вот. Значит, вы, возможно, в одной эпоху и жили. Хорошо, расскажите, пожалуйста, об этой жизни в Финляндии. Кем она была? Чем занималась? Какой опыт с собой забрала? Любовь. Это самое важное, что может быть на земле. Она была женщиной или мужчиной? Она была женщиной. Замужем? Дети? Сколько прожила? Чем занималась? Холодная сторона. Так и есть. Выделывала шкуры. Муж был охотник. Но она была счастлива, прожила, да? Она прожила счастливо, но муж погиб на охоте. Да. Это принесло ей. Горы и разочарование. Дети были утешением. Трое детей было. Очень вот. любила она море. Да, да. Финляндия очень красивая страна, но очень холодная. Закаты, снег. Значит, у нее хорошая связь с землей была, с природой, да? Чистая. Чистая энергия в том месте, где она жила. Вот вы рассказываете, а мне картинки тоже идут. Я это все вижу. Да, очень красиво, действительно. Благодарю вас, уважаемая Зельда. Если вы еще что-то добавите, если нет, тогда я перехожу ко второму, к следующему вопросу. Сколько она прожила в той жизни? 67 лет. 67 лет. По тем временам это глубокая старость, безусловно, конечно. В этих Там, как... чистых энергиях живут и дольше. Согласен, согласен. Безусловно, вы правы. Просто мы на Земле сравним это с нашей экологической обстановкой сейчас. И это, конечно, день и ночь. В плохую сторону, конечно. Я перехожу к следующему вопросу, если вы позволите. Пожалуйста. Между жизнями какой род деятельности моя душа выбирает на тонком плане или в тонком мире? Обучение молодых душ. И делишься своим правильным опытом, разных планет. А на каком уровне Высшее Я находится ее сейчас, Дельда? На 12. 12. Это довольно высокий уровень. Мы об этом знаем, безусловно. Значит, вот эти последние, скажем, 200 лет или 250, она занималась обучением, перед воплощением обучала молодые души, рассказывала им о своем жизненном опыте. Я правильно понял ваш ответ? Правильно, шашка объясню. Она немножко по-другому выглядит. Души делятся своим опытом с разных планет, а опытом, который остается, рассказывает, почему это важно, и дают маленькие замечания, как не свернуть с пути. Зельда, на мой взгляд, это одно из самых важных вообще заданий для подготовки души перед воплощением на эту Землю, потому что именно вот эти маленькие секреты они как раз очень важны. Когда человек не может определить, это маленькая проблема на земле или это огромнейшая проблема, как раз вот эти советы, они очень для этих душ молодых будут ценны. Мы видим эти молодые души на земле, и что они иногда вытворяют, но это такое развитие, так и надо. Ну, очень приятно было узнать, так сказать, кухня изнутри, как она выглядит. Благодарю вас, уважаемая Зельда. То есть у нее было важное задание между жизнями. Она этим занималась просвещением других душ. Или обменим, обмен опытом. Точно так. Благодарю. Хорошо. Пятый вопрос. Надо ли мне развивать энергию в руках и где найти ей применение? Я не совсем понимаю вопрос. Может, вы объясните. Именно поэтому я здесь. Энергию надо развивать. Но также надо понимать, какая это энергия. Я бы хотела быть на связи, чтобы объяснить тебе причину и следствие. Делая неправильные движения, ты можешь навредить себе. Энергия в руках ⁇ это определенное осознание. Поэтому к тебе пришел учитель, а не куратор. Пришло время учиться новому. Очень замечательный совет, уважаемая Зельда. Благодарю вас. Значит, я переведу еще для Эльвиры, чтобы она это поняла. Эльвира, вы должны выйти на контакт со своим учителем. И Зельда вам в личной беседе ответит на этот вопрос более детально. Для того, чтобы вы не сделали никакой ошибки. Потому что при лечении других людей существует опасность еще заразить себя, если вы не защищены. Если у вас вы не умеете контролировать энергию. И вы можете просто взять на себя. Я больше чем уверен, что Зельда хотела объяснить ей вот эту тематику. Если я не ошибаюсь, конечно. А это не ошибаешься. Спасибо, Хорошо. Что помог я, поч я почему именно на эту тему среагировал, вы понимаете, Зельдет, в этом большая опасность очень существует для душ, которые стремятся выйти, но они почему-то сейчас у нас очень много не тех знаний на Земле, есть э, те, кто говорят, выходите, встречайтесь с Высшим Я, выходите, встречайтесь со своими кураторами, и никто не говорит ни слова, насколько опасны эти встречи в плане того, что человек, не умея проверять колограммы и маски, может получить подключку вот этих астральных паразитов, этих интерферентов, которых потом надо выводить вот такими методами, как мы это делаем. Поэтому для того, чтобы кому-то помочь, надо сначала помочь уметь себе защитить себя и только после этого, зная все эти техники, уже тогда без вреда для себя помогать другим людям. Ну и тут нужна своя техника, и тут должна энергия идти правильно. Ее надо направлять, у нее есть цвета, поэтому это целое знание. И поэтому никто лучше, Эльвире, как Зельда, не объяснит эту тему. Я закончил. Если вы хотите, замечания, пожалуйста. Я не смогу развивать эту тему для Эльвиры, пока она не свяжется со мной. Там я много пони... опасностей, и это займет много времени. Именно об этом я и говорил сейчас, Зельда. Это действительно один из самых главных вопросов. Все стремятся встретиться с учителем, куратором, но это... К этому на, есть техники. К этому надо, это надо уметь делать, правильно делать, для того чтобы это было безопасно. Поэтому все, мы этот вопрос тогда закрываем. Эльвира, вы спросите Зельду, и Зельда вам все объяснит. Благодарю вас, Зельда. Я тогда, если вы закончили с этим вопросом, я перехожу к шестому. Шестой вопрос. Очень часто во сне я ищу первозданные природы: горы, лес чистейшей водой и испытывая непередаваемый восторг от увиденного. Для чего это и почему? Да, память Оплат... прошлой жизни. Жизни да. Финляндии, конечно, конечно. Душа помнит, да. Ты память. была счастлива там? Но счастлива если ты... в мире, в котором жила. Если ее это и в этой жизни делает счасть, счастливой, она же может и в этой жизни находиться на природе и получать это удовольствие, не правда ли? Может. Как и все другие. Как и все другие, конечно. Хорошо, я закончил с этим вопросом. Седьмой вопрос. Почему профессиональная деятельность всегда приводит к занятию с большой ответственностью и близостью к руководству, хотя потребности быть руководителем, наставником нет? Человек Потому пытается... Потому что осознанность души позволяет взять на себя ответственность. Это и есть абсолютно верно. Осознанность и есть ответственность. Вы хотели добавить что-то еще, или мы переходим к следующему вопросу? Я думаю, здесь и так все ясно. Да, все понятно, конечно. Восьмой вопрос. Первая причина на тонком плане частых моих заболеваний, частых заболеваний моего горла, лимфоузлов. Что мне делать, чтобы избавиться от этих болезней? Руки прикладывай. Это последствия. Интерферентов, скорее всего. Дракона. Вот, знаете, там такой мерзкий дракон сидел. Он такие вещи там творил. Да. Это такие есть. Ну и рептилоиды. Энергии там... дракона. Энергии дракона. Там прилично вышла от дракона. Он 10 лет в ней сидел. Прикладывай руки к этим местам. Пускай энергию. И если вы позволите, я добавлю от себя и визуализирую как эти органы у тебя становятся здоровыми в этот момент. Энергия в них поступает, и орган становится здоровым. Даем им энергию радости. И они отблагодарят тебя. Отличный совет. Добавить нечего. Девятый вопрос. Был случай, когда плывя, дельфин остановился рядом со мной и смотрел своими глазами внутрь меня, как будто общался с душой. Есть ли какая-нибудь у меня связь с дельфинами? И на осознанные создания. Он просто увидел осознанность в тебе, космическое происхождение. Дельфины в состоянии такое видеть? В состоянии. Ой, ужас. Да. Очень интересно. Я об этом не знал, но благодарю вас за эту информацию, уважаемая Зельда. Тебя... Десятый, последний вопрос. Очень сильная реакция, слезы идут даже на упоминание или слово или картинку про насилие, жестокость, особенно по отношению к животным. Хотя в моей жизни не было таких моментов со мной или близкими мне людьми и подопечными. Почему это у меня? Это твоя ответственность. Ты умеешь защищать, ограждать. Насилие ⁇ это низкие вибрации, которые противны тебе. Особенно по отношению к животным, я вам добавлю, я точно так же, я реагирую тоже. Нельзя слабых обижать, это наши братья меньше. Но человек это, к сожалению, в нашем обществе перестал понимать. Но еще не все потеряно. А слабые люди, это, которые вы знаете? делают свои И... действия по отношению. К тем, кто слабее их, а низкие вибрации, частоты, в основном все с пансиленцами. Тут и не поспоришь с вами, уважаемая Зельда, так все есть. Я еще хотел спросить, какой процент негативной энергии набрала Эльвира в этой жизни? 17. 17% это один из самых низких показателей из сотен людей, которые мы видели на наших чистках. Вы должны наверняка гордиться своей подопечной Зельда, потому что это действительно очень мало, это чистый человек. Последнее. Благодарю моего учителя за терпение к моим долгим решениям и выбору моего пути. Наилучшие пожелания Эльвира. Это я благодарю Эльвиру за то, что выбор все-таки существует. Ты не плывешь по течению. Замечательно. Зельда, если вы хотите что-то лично сейчас передать Эльвире, это был бы самый лучший момент. Я жду нашей встречи. Хорошо. Уважаемая Зельда, в этой, мы еще не закончили, в этой комнате у нас есть очень добрая такая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам, мы осуществляем желание, любое желание, которое они хотят получить с земли. Это может быть любой чистый продукт, это может быть мыслеформа. Все, что вам хотелось бы, мы вам хотим это сделать подарок этим. Пожелайте себе, пожалуйста, что-нибудь и скажите, Я чтобы. Я хочу услышать, как хрустит снег. Как хрустит снег? А давайте сделаем тогда, как сколько моро... это мороз должен быть, да? Летний зимний день, лес должен быть, и вот этот свежий снег, который ночью падал, но свежая, но, но, но эм, солнечная погода. Так? Прекрасно. Верочка материализуется в твоих руках. Это мыслеформа. Один, два, три. Свежий ветер, зимний ветер, солнце, этот хрустящий снег, лес рядышком. И тишина такая, что как только зимой бывает. И передай это, пожалуйста. уважаемой Зильде. Она хочет снег мять в руках. Хорошо. И делаем такой снег, который она может в руках помять. Один, два, три. Материализуется снег. Один, два, три. Прямо из этой мысли -формы выходит снег, и она может сделать снежок из него. Да, будет так. Она его взяла и лицо растирает. Ой, это так классно, когда зимой снегом растираешь лицо. Да, я, я понимаю. Вы не представляете, насколько это полезно. Да, это полезно, но чистым снегом. Для женщин. А вот как. Хорошо. Чистейшие кристаллы. Согласен. Воды. Согласен, безусловно. Благодарю вас. И, Верочка, в твоих руках появляется огромная корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. Один, два, три. И примите, пожалуйста, уважаемая Зельда, это от нас подарок. От Эльвиры, от меня, от Веры. За вашу помощь, за то, что вы пришли, это самые чистые экологические продукты, которые у нас остались на Земле. Это невероятно! Как же я благодарю вас! И мы благодарим вас, уважаемая Зельда, было приятно с вами пообщаться. Очень я при... очень рада такому подарку. Благодарю вас, нам очень приятно, что вы довольны. Тогда мы сейчас будем с вами прощаться и будем отправлять Эльвиру в ее биоробот, подключать и ждем в следующей встрече с вами и Эльвирой уже напрямую. Я на связи, не забывай. Отлично, замечательно. Прощаемся с вами. До новых Жел... встреч. До новых встреч. Отключайся, Верочка. Пошла. И для освоения энергии возвращаем тонкую копию Эльвиры в систему биоробот душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте.